Привет, хорошего стрима. Что скажешь, жара или нет? Посмотри, плюс рандомно выброшен, там две песни. Спасибо, знат укрупненный, сейчас посмотрим. Ну, все равно нормально все. Просто по мне музло веселое, это как будто свадьба ежиков. Прям выходит ежик жених, так управляет колючки эти, лежит у невесты и там. Ну что, наконец-то, да, все ежи аплодируют. Ну, просто какая-то детская в лесу, там, сорока прилетела, лисичка пришла посмотреть. То есть по мне электрогитара совсем не для этого. Хорошо, Альгуа! Хура, Шахи! Хура! Да, опять какой-то вот. Маклауд, по-моему, такой любит, кстати. Тут уже Маклауд Пайн пошел, неплохо. Это все достаточно качественно исполнено, у меня такое башка есть. Консоль, коти, нави, кукуруку, кавасаки, унару, даруду. То есть какая-то дичь прям, очень странно. И сам вот этот тип веселой херни, когда все это наверху, да, вот эти вот какие-нибудь там... Я не могу представить себе, вот реально... Человека, который любит металл, любит энергетику, напор, мощь. То есть, по-моему, это или детский утренник, когда там к нам Дедушка Мороз пришел, типа Снегурочка, то есть вот. Какое-то отношение имеет к металлу именно какому-то, чтобы это было напористо, мощно. Я не могу представить. Поэтому я такие партии максимально презираю в песнях. Когда я слышу эту херню, как Ваня, это просто какой-то такой стыд. Реально, как ежики пляшут, то есть, сцепившись иголками. Ужас какой-то. Это даже не драка кроликов, это именно что-то веселое. То есть кролики хотя бы там, ну, чуваки пытаются зло играть, получается, обсирало, да, там полное, но хотя бы ему зло, тип нот хотя бы злой. А вот эти та-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